Например, веды говорят, никогда не ссорься с соседом, с врачом и с духовным учителем. Потому что ключевые моменты вашей жизни, это может сыграть роковую роль на протяжении долгих лет. Если соседи враги, беспокойство будет всю жизнь. Если с врачом не подружитесь, кто вам поможет, когда вы заболеете? А если с духовным учителем поссоритесь, конец вашей духовной жизни наступит. Все, необратимо будет. Поэтому вот эти три вещи берегите. То есть нужно знать, как с кем общаться правильно. Если даже мы хотим ссориться, нужно выбрать достойного человека, чтобы поссориться. Только не врача, пожалуйста, не гуру, не соседа. Поругайтесь там с кем-нибудь, на улице пойдите, если так уж хотите.